Занять детей в летнее время непросто, а взрослых детей еще сложнее. Поэтому активисты организации «Грани» для своих воспитанников, особенных ребят, придумали яркую и насыщенную каникулярную программу. Сегодня на повестке дня «Игра в городки». Занятие полезное и веселое. Развивается такое сложное физиологическое умение координировать силу руки и координировать движение рук и глаз, то есть зрение с рукой, глазодвигательная координация. Тренируются абсолютно все группы мышц. Ребята учатся чувствовать свое тело в пространстве. Развивается глазомер, выдержка, терпение и умение следовать командным правилам. А это очень важный социальный навык, соответствовать правилам команды. Развлекательные занятия проходят почти каждый день. Ребята выходят на открытые площадки, дышат свежим воздухом и набираются витамина D. Уже организовали концерт теплых песен, пару фестивалей и поучаствовали в прогулках по городу. Фишка такая, что кроме занятий мы хотим еще и отдыхать. Отдыхать, гулять, запасать витамины, эмоции, друзей. У нас появились новые друзья, которые приехали из другой страны, из Словакии. Они приехали изучать русский язык и пришли к нам, чтобы вместе практиковаться в языке и поработать волонтерами. На помощь к ним приходят волонтеры других благотворительных организаций и просто неравнодушные. В этом году помогают курсанты пожарно-спасательной академии и православные добровольцы. Они учатся общаться с особенными ребятами, занимаются их социализацией. Так, такое общение на пользу обеим сторонам. Поняли так, что с такими ребятами нужно просто, проще общаться, как бы. Показывать все сами на примере, как бы, вот. И тогда они с помощью этого сами будут делать. Это, конечно, сложно. Нужно повторять еще раз. Но мы справляемся. Пока дети играют, родители тоже не скучают. У них свои состязания по городкам. Чтобы придать проекту «Запасаем лето» официальности, для всех его участников волонтеры сшили корпоративные футболки. Они и пригодятся, когда осенью по городкам будут проходить соревнования. Кроме граней заявились учителя школы номер 5, молодые педагоги, волонтеры и учащиеся. Но это пока секрет. Мария Смирнова, Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.